Сереж, а мы продолжаем наш эфир. Да? Я вот здесь пытаюсь, собственно говоря, как-то показать вам, да, что тот плед, который мы сейчас будем представлять, покрывало Валенсия. Смотри, Оля, что? Давай. Да, он не сдвигается с места, он абсолютно не сдвигается. Попробуйте, постелите свое покрывало и потанцуйте на нем. Он сразу скомкается в один большой комок. А наше покрывало Валенсия... Да нет же, оно уже ваше, оно практически не сдвигается. Все почему? Потому что здесь есть секрет, и я готова его продемонстрировать. Так, давай быстренько нам рассказывай секрет, в чем же все-таки дело, почему это покрывало остается на месте как прибитое. А вот посмотрите, вы посмотрите на оборотную сторону. Здесь идет специальная прорезиненная основа. Здесь такие у нас пупырышки, они как раз и держат на месте покрывала. Зачем это надо? Затем, давай, что мы покрываем его поверх своего постельного белья, и оно не скатывается, не съезжает. Ты знаешь, очень часто бывает, что кот, например, спит на диване, а потом спрыгивает и все покрывало за собой тащит, да, тянет. Уже постель имеет неаккуратный вид. Или, скажем так, заправили утром постель, пришли вечером, уже все, вида нет совершенно. 999 рублей за прекрасное, непревзойденное покрывало. Валенсия, у нас есть цветов целое море. Давайте скорее познакомимся и расскажем вам о фаворитах, цветах, которые... Итак, давайте начинать с яркого цвета. На ваших экранах лиловый цвет. Записывайте сразу название. У нас 10 цветов на выбор. Следующий желтый цвет, очень нежный цвет, светлый, такой сливочно-желтый. Далее появляется уже на ваших экранах новый, очень необычный цвет, и называется он агатово-серый. Посмотрите, какой интересный лиловый отцвет есть на нем. Агатово-серый. Угу. Записывайте. У нас серых очень много представлено, да, есть несколько разных оттенков. Итак, это аквамарин появляется. Посмотрите, какой освежающий, жизнеутверждающий. Знаешь, мне напоминает леденец такой. А вот мне напоминает отдых у бассейна, аквамариновый цвет. А вот и малина. Ох, сочная, ох, и вкусная, ох, и яркая. Посмотрите, как переливается и сияет. Но это не все. Есть еще светло-серый оттенок. Вот он. И я еще продемонстрирую вам еще один серый цвет, который мы демонстрировали на полу. Посмотрите, этот цвет серый. Значит, ну, вот это светло-серый, а этот просто серый. Жемчужно-серый. Друзья, кстати, на полу мы показывали вам то свойство, что на этом пледе легко могут располагаться дети, играть, заниматься своими делами. Итак, встречайте розово-коричневый. Да, жемчужный тоже, розовый жемчуг напоминает. Смотрите, как красиво преобразился наш диван. Ох, благородно. Но если как вы хотите украсить вашу спальню, выбирайте красный, красный, алый, я подожду. Ой, да, красный потрясающий цвет, ну и, конечно, бежевый. Да, Надя, у нас уже появились лидеры. Фавориты, да. Итак, красный фаворит, красный, бежевый фаворит, и еще у нас желтый. Желтый цвет тоже у нас выбиваются фавориты. Ну, теперь давайте посмотрим на фактуру. Это искусственный мех. Посмотрите, здесь идет флористический дизайн. Видите? Листочки. И лепесточки, да. И посмотрите, какой мех. Он идет у нас фактурный. Вы видите, что разная направленность меха дает возможность вот так играть, свету сиять, по-разному отражаться. Да. Листики, лепесточки у нас в одну сторону причесаны, грубо говоря, а основа в другую. Мы получаем такой еще жемчужный отблеск, атласный. Очень дорого выглядит это покрывало за цену менее 1000 рублей. А посмотрите, какой размер. 170 на 230. Кстати, размер у нас единый? Да, у нас так абсолютно один размер. Смотри, куда мы можем постелить это покрывало? Я уже поняла, мы можем заправить им нашу кровать. Да. Мы можем освежить диван или кресло. Конечно. Мы можем постелить на пол, чтобы дети играли. А еще? А еще я предлагаю, очень креативная идея, но мы обдумали и решили, что да, это возможно. У вас есть в гостиной стол? Вспомните, как наши бабушки свой стол украшали вот такими плюшевыми скатертями. Представляете, какая многофункциональность. Да. А это значит, покрывало Валенсия вы можете использовать в интерьере так, как вам захочется. Друзья, никогда не потеряет своей актуальности. Это классика. И действительно, вот у моей бабушки, например, был круглый стол. Это был центр гостиной. Мы собирались за ним очень часто, играли в настольные игры, в лото, в домино, всей семьей. И действительно, этот стол был украшен очень
красивой скатертью. Так вот, вы можете данный вид покрывала использовать в качестве украшения вашего стола, который стоит в зале, не кухонного, а именно того, который, за которым вы принимаете гостей, садитесь беседовать и пьете чашечку чая. Друзья, 999 рублей вот за такую красоту, потрясающая драпировка. И, конечно, основа прорезиненная не дадут соскользнуть вашему покрывалу. Посмотрите на красный цвет, он один из фаворитов, и я боюсь, что его остается меньше всего. Да, друзья, поторопитесь, если вам понравился, приглянулся красный цвет, или сирень, или серый, нужно срочно набирать номер 999 рублей. Нам сложно сейчас сказать, какие цвета разбирать быстрее, потому что на линии у нас много заказов одновременно. Напоминаем, записывайте, это лиловый цвет, лиловый. Далее появляется у нас желтый цвет, очень светло-желтый, солнечно-желтый. Далее идет очень необычный цвет, это цвет агатово-серый. Серый, агатовый серый, очень богатый цвет. У нас палитра большая, 10 цветов мы предлагаем вам на выбор. Далее появился аквамарин. Посмотрите, какая безграничная небесная синева. Следующий цвет у нас появляется малиновый. Малиновый тоже выбивается в фавориты. Ну и далее идет два оттенка серого. Это светло-серый цвет. И я сейчас вам продемонстрирую для того, чтобы вы на контрасте могли определиться. Вот, серый, это просто серый цвет, да, классический. А еще у нас есть розово-жемчужный, розово-серый. Вот он, посмотрите, очень красиво смотрится, освежающий. Хотя бы на смену я бы взяла его обязательно к основному цвету. И есть красный, и есть бежевый. Но возникает вопрос у наших телезрителей. Оль, я прям это чувствую телепатически. Когда видишь красивую вещь, когда видишь дорогой плед, дорогой покрывало, возникает вопрос, а сколько же я потрачу на химчистку потом? Ты знаешь, Надя, это удобное приобретение, оно абсолютно простое в уходе. Стираете в стиральной машинке, ставите температурный режим 30 градусов, деликатная стирка, и плед отстирывается великолепно. Это искусственный мех, разнонаправленный, и какой он блестящий. Посмотрите, бежевый, как он сияет. Любой из оттенков будет так сиять и переливаться. 999 рублей. За покрывало, за импровизированный ковер, а также за скатерть на вашем столе в гостиной.